Там какой-то рыцарь говнило стоит из Элдена. Какой-то босс-статуя. Даже локация называется Горнило. Подойди и искать. Что это? Это волшебство мне незнакомо, хватит болтать. Защищайся. Что, какой-то рэпчик? Мне, или мне показалось, не? Я жал парирование. У него, кстати, есть кровотечение. Опс, ваншот. Конечно же. Найс дабстеп, да, что это было? Это реально от создателей Banishers или понатырили просто? Нет, это от создателей игры Ashen. Репутация потеряна. 1250. Ну да, ясно. Все, убивай до тех пор, пока не убьешь. Значит, минус репутация. Здорово, Келлен. Кто по трубам бьет? Не музыка, что это было с музыкой? Это было странно. Позволь говорить тебя оценить. Он каждый раз будет разговаривать с ним. Ну, тонем. Он, наверное, чуть-чуть, знаете, должен напоминать моба в God of War. Помните, был рыцарь тоже с мечом такой? Подожди, 100% хп? Да. Отлегло, то я бы в них сильно разочаровался. Так, ну, блин, как разрабатывать. Банишер же выпустили, это прям супер недавно. Было бы странно. Я же одну тычку пропустил, да? Я же не две, а одну. Как будто бы одну. Может ли камень кровоточить? Этот явно может. Да, красная атака снимает фул хп. Интересно, у него есть хп или у него есть только броня? Наверное, ему как-то броню надо сбить. А что, он перестанет быть каменным монстром? Для игры, да. Под камень броня человек, поэтому и бледует. Ну, может быть. Ну, пора изучать мувсет, потому что ваншоты. Можно было и не блочить пистолетом, если что. О! Несколько раз подряд, да, делает. Mm.
О, ну хотя это не шотнуло. Хотя атака явно выглядит страшнее. Ты издеваешься. Да вы видели, я как бы блок-то поставил. Я, возможно, отжал кнопку, потому что был уже уверен, что спарировал. Умереть 10 раз. О, ачивка. Прикольно. Почему вы ее не видите, кстати, странно? Я же рабочий стол транслирую. А чё, Microsoft транслирует ачивки мне прямо в мозг, что ли? Как так? Жесть вообще. Ты типа не докачали баланс дерьмище? Ну, я на максимальной сложности, и... Ну, я, короче, вот, короче, как тебе сказать? Ну, вот здесь была небольшая сайдлока. По-моему, сюда я не мог бежать, не знаю. По-моему, там закрыто было. Предок. Ну, да. Как будто бы не мог, не помню. Вот, так что я вот бежал, все исследовал. Так что не могу сказать, что не докачу. Ну, 100% хп, ну, God of War, типа. На максимальной сложности. Они же на них явно равнялись. То есть пытались ее сделать. Быстрая была. Думаю, это скорее особенность рыцаря говнила. Ну, да. Пытаюсь играть на парированиях, но на самом деле доджи здесь в сотни раз сильнее. И как и в любом соузлайке. Почти. Травнин навел свою крысу, а крыса пытается что-то сделать. Мне просто не очень хорошо получается. Не, я его побью. Там, правда, может, вторая фаза какая-нибудь будет. Кью нажимать для парирования не самая, конечно, простая, приятная кнопка. Интересно, его можно поджечь? У меня же там топор на горение есть. Сколько миллисекунд мне надо на то, чтобы после 15 парирований увидеть одну единственную красную атаку и нажать на выстрел или shift, с учетом того, что я... Все это время парировал, а shift надо вспомнить, что это уклонение. Но это nice красная атака, опять же, видишь, он ее все-таки в сете атак типа делает. То есть это атака и две красных. А может, одна красная, не знаю. Ты че? Я ничего. Нет, ты че? Я отжал, потому что такой типа, да, наверное, он не успеет. И я тогда не спарирую, и надо будет мне еще раз нажать парирование, чтобы успеть.
Ты можешь разглядеть у него комбо ударов. Я что-то вижу просто спам рандом атак. Ну, не знаю. Ну, видишь, я слишком часто парирую, поэтому мы и не видим комбо ударов. Не знаю. Чё? Парирование, кайф. Чё не так в парировании? Парирую? Тебе не нравится? Хорошее слово. Помойку. Жадничаю, делаю две тычки, потому что увидел, что как будто бы окно на две тычки есть, но после моего парирования, ну, нет. Малению и Ирилану на парирование оформите, плиз. Малению и Ирилану. Ну, нет, в соузлайках говно, а не парирование с этим мини-щиточком. Никаких нормальных анимаций, ничего. Рыцарь говнила. Классический. Чуть-чуть отойти. Ага, понимаемо. Как будто он быстрее стал, когда я ему возьмем блок. Как будто стал быстрее, но это не точно, не знаю. Сложно сказать. Интересно, можно ли его потом в воздух поднять ешкой, когда у него брони нет? И начать его затыкивать. Снял броню, ускорился. Ну, то, ну, а визуально броня как бы осталась, как будто бы. Вы видели этот выстрел? Он был. Он был, казалось бы. Наверное, основная механика пистолета должна работать мгновенно. То есть быстро достала, быстро выстрелила, враг застанился. Да, это же прям главная механика парирования, чтобы не от тупых доджей играть, правильно?
Ну, кажется, оно не всегда работает. Он был, но ты не попал. Ну, кстати, может быть. Может быть. Блин, давайте оружку сменим. Мне просто попробовать. Горит ли он? Ну, ну зачем я отжимаю, чтобы парировать? Ну, слушайте, как будто бы больше урона получает. Не знаю, как вы как думаете? Там просто особенность базового топора в том, что надо делать 4 тычки подряд, а я не могу по нему 4 тычки подряд делать, так будет доп урон. А вот огненный топор как будто бы и получше. Тут можно в упор промахнуться, ну вот походу да. Ну либо он реально раньше меня типа урон нанес, хз. У горения есть определенное количество стаков, которые можно уложить, да, походу, максимально. Я просто следил за стаками и... Да. Почему он тебя ваншотит? Потому что... Может быть, потому что считается, что к этому боссу я должен прийти позже. Не, ну соузлайки с полными ваншотами, то есть, окей. В God of War это в какой-то степени, во-первых, можно было увидеть, потому что ты видел красное ХП у босса, у мобов. И фиолетовое, по-моему, несколько левелов выше. Вот. И типа... Тут хотя бы это можно было как-то, не знаю, оправдать. Блин, не уверен что-то, что огненный топорик лучше. И где я нажал Q? Может быть, потому что я менял топор? Спасибо, Лутка. Очень приятно, что тебе нравится стрим. Здравствуй. Меня тоже шотал, но я прошел. Да я тоже пройду, чё. Норм парирования. Ну... Просто... Блин. Если посмотреть на урон, да? 35-44. Вообще не, мне кажется, пускай лучше горит. Как будто бы горение, наверное, будет больше урона в босса вносить. Если взять навык на парирование с пистоля. Парирование считается, если враг стоял даже за спиной. А, ну это надо будет прокачать, получается. Я разучился парировать его атаки. Сейчас опасно было. Могло не откатиться. Вот бы себе какой-нибудь, не знаю, броню на усиленный урон спалировал.
принципе, она явно будет, но... Я чуть не отжал эту крючку, если что. Да, урона явно больше нанес за счет горений. Ну-ка, сможешь поднять воздух? Не, не сможешь. Ну, все чуть-чуть осталось. Изи, Клэп, ты хорошо проявил себя в бою, очень хорошо. Плюс 61%, 2000 опыта. Похоже на долг, который наконец-то был исполнен. Клинок глашатая. Слава за это. Единовременно получить не менее 1000 репутации. Блин, я говорю, вы не видите, а я, между прочим, стримлю рабочий стол. А я говорю, они Microsoft напрямую в мозг отправляют ачивки, капец. До чего технология дошла? Те, кто стремится прославить, ценят этот клинок за скорость и точность. Ну, допустим. Ну, 32 урона, оглушение 5. Атака мечом. Нажмите ЛКМ, чтобы выполнить быструю атаку. Быструю атаку. Здесь везде написано атаку, а здесь быструю атаку. Нанести урон, помноженный на ваш множитель репутации. Не, ну это что-то на скилловом. Хотя быстрое оружие может быть и норм, даже не знаю. Ну, типа, если он реально быстрее. Чуть-чуть быстрее, реально. Ха. Ну, какое-то оружие для спидранеров, как будто бы. Ты мечом пол игры бегал? Понравился? Потому что быстрее бьет, чем топор, или... Быстрые атаки, это, блин, хорошо на самом деле, реально. Да, игра очень форсит no damage. 7000. После успешного парирования выстрелить в ответ. Вам доступна мощная атака в воздухе. Блин, вот эту штуку бы как-нибудь качнуть, да? Это максимальное количество пороховых зарядов. Не переключался, начиная с 30% множителя, урона много. Да как будто 30% же несложно набрать, нет? Так, что по времени? 9 уже. Я, конечно, сегодня не очень долго, всего 3,5 часа стримлю. 9 в Ереване. Ну это все и все из-за того, что я ездил к гастрику. С огненным все прошел. Метки какие-то можно, кстати, ставить. Это хорошо. Фокус на игрока. Блин, ну, в общем, не знаю, я думаю, наверное, на сейчас заканчивать. Игру мы попробовали. Чё, чат, думаете? Будем продолжать или нет? Как будто, ну, над более-менее нормальным боссецкого. Мы еще другие... Мы еще сюжетных боссов не видели. Один, типа... Ну, сайдовый чел такой. Слишком, конечно, жестко, что ваншота. Реально, меч как будто бы увеличивается. Но это, видимо, из-за наших перчаток, которые, типа, там удлиняют удар. Я думаю, это, возможно, даже визуальный эффект перчаток. Если он есть. Ну... Да, это визуальный эффект перчаток, как будто бы. Чисто посмотреть на дальность атаки.
Бонус за комплект, нанеся критический урон, перейдете в режим кровавой ярости. Режим действует, пока вы не получите смертельный урон или не отдохнете. При получении смертельного здоровье снижается до единицы, а все противники в радиусе... Ого! Еще и воскрешение дает. Имбовая какая-то штука, да? Гроза шла в целом. Ну, знаете, какие там боссы есть? Вот ребята прошли игру уже. Вам как вообще по боссам потом? Их вообще много, и они прикольные будут? Или мы в основном будем локации зачищать и, типа, качаться? Потому что пока что, ну, сколько? За 3 часа я убил одного сайдового босса. Ну, типа, ну... Вот этот момент меня не очень обрадовал. 4 босса всего. Ой, ну какой же это соузлайк? Ну какой же это? Ну как... Блин, честно говоря, 4 босса, это звучит как будто очень мало. Супер короткая, а за сколько вы прошли? Блин, ну слушай, ну если супер короткая, если, условно говоря, пройти за 10 часов, можно завтра за один стрим оформить. По-моему, дропать надо. 9 часов average прохождения. Main плюс экстрас 12, 18 часов completionist. Ну да, 10-часовая игруха. Блин, не знаю, по-моему, ну не настолько плохо. 15-20 максимум, понял, понял. Не знаю, как по мне, по-моему, реально не настолько плохо, чтобы прям дропать. Тем более за бесплатно, пока у меня Game Pass есть. Плюс один игрокал. Ну, просто смотрите, если мы дропаем флинтлок, завтра можно поиграть либо в дипроков, либо продолжить катаклизма добивать. Кстати, патчик первых дней, да, патчик первых дней вышли. Либо дипрок Survivor потыкаться. Жесть, в Вегане что-то вышло, роговайк мод, что? Боже мой. Да, у меня в геймпассе она бесплатная, я ее не покупал. Мне норм, я типа вообще чего выиграю, халява, именно. А геймпасс закончится буквально, наверное, ну, через недельку где-нибудь. То есть я не знаю, где здесь посмотреть, сколько он еще длиться будет. Но я его покупал, когда мы играли на 3 месяца, когда мы играли в Sea of Thieves. Поплавали в морях соленый Игорем 20 мая, то есть май, июнь, июль, ну, видимо, у меня до 20 августа. Ну ладно, видимо, еще не так быстро закончится. Май, июнь, июль. Да, еще до августа у меня месяц геймпасса есть. Надо хотя бы одного сюжетного босса посмотреть, если что, дропнуть. Угу. Насчет бэкпаков я тоже думал, да, может быть и бэкпаки хз. Ладно, давайте завтра еще немного все-таки продолжим. Да, по-моему, пока неплохо более-менее. Играется, ну, типа... Я, конечно, побухтел чуть-чуть на босса за счет того, что парирование как-то пососно вначале работали. Вот это вот вообще просто полный кринж. Слушайте, а мне за убийство со снайпы опыт не дают, что ли? Это они таким образом обузят убийство врагов со спавна? Типа, иначе можно было бы просто стоять и расстреливать челиков со снайпы? Последний раз ТФТ. ТФТ? Никогда. Зона захвачена, победите главаря. Ну, понятно. Разрабы DMD выкатили родмап. Досмоздай там. И скоро третий акт, я даже для второго шмот не нафармил. Да я что-то тоже как-то чуть-чуть поиграл во второй, потом, как всегда, закончилось время. Ну и, видимо, переходим в третий. И шмот для второго можно не фармить уже тогда, наверное. Не знаю. Ну ладно. Друзья, спасибо, что смотрели. Как будто бы можно завтра еще поиграть немножечко. Сегодня чисто так тестовый стримчик по этой игрухе провели, посмотрели, чё это вообще такое. Завтра будет стрим нормальный, подольше, побольше. Может быть, кстати, еще в скала, наверное, надо будет заглянуть, чтобы
То есть я уже надо, ну, завтра с утра займусь брифом для скала, для ребят. Вот, брифчик запишу, уже, наверное, на сайтик проклятия закину. И тем самым, наверное, можно будет разок провести стрим. И посмотреть, что и как. Так, во-первых, не забывайте по индивиду проходить. Скидки действуют каждый месяц. Пока что у нас длящееся партнерство и, надеюсь, надолго. Потому что игра очень классная, надеюсь. Игра, говорю, боже мой. А, стример, пора идти спать. Шмотки супер классные. Я сейчас в челе-бензопиле, by the way. У тебя свет в гостиной? Да, у меня свет в гостиной, наверное. Вот. И давайте кого-то зарейдим. Кого зарейдить?